Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталі Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. У центрі уваги – гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва. Сёння у Гомелі адбылося пасяджэнне камісіі парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі па законадаўстве і рэгламенте. Датэрміновае галасаванне стартавала. Участкі сёння прынялі першых выбаршчыкаў. Бяспека, аператыўнасць і зручнасць. У Мазырскай гарадской бальніцы адкрыўся новы рэнтген-кабінет. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Упершыню з сярэдзіны мінулага стагоддзя свет знаходзіцца за крок ад узнікнення глабальнага процістаяння з самымі непрадказальнымі наступствамі. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка заявіў сёння на пасяджэнні Савета бяспекі Рэспублікі Беларусь, перадае Белта. У якасці галоўнага пытання абмяркоўвалася ваенная бяспека дзяржавы. Ацэнена работа адпаведных дзяржаўных органаў у мінулым годзе і намечаны задачы на бліжэйшую перспектыву. На такім жа пасяджэнні, якое запланавана правесці на наступным тыдні, будзе абмяркоўвацца тэматыка, звязаная з праваахоўным блокам. Александр Лукашэнка заўважыў, што адзначае заслугі праваахоўнікаў, але не лічыць абстаноўку ў цэлым спрыяльнай. Прэзідэнт падкрэсліў важнасць таго, што ў краіне няўхільна павышаецца раскрыццё злачынстваў. Усё радзей у аператыўных зводках фігуруюць падлеткі. Палепшылася становішча на вуліцах гарадоў і ў сельскай мясцовасці. Дастаткова эфектыўна працуе сістэма па выяўленні і спыненні карупцыі. Пры гэтым, падкрэсліў кіраўнік дзяржавы, супакойвацца нельга. Абстаноўка яшчэ вельмі далёкая ад спрыяльнай. У год у краіне здзейсняецца больш як 86 тысяч злачынстваў і каля 3 тысяч ДТЗ. Штогод ад гэтага гіне каля 1000 чалавек. Выклікае трывогу таксама рост хатніх насілля, злачыннасці ў побыце, у адносінах да непаўналетніх, у тым ліку з выкарыстаннем інтэрнэту. Ад генеральнага пракурора і міністра ўнутраных спраў кіраўнік дзяржавы на наступным пасяджэнні Савета бяспекі чакае канкрэтных прапаноў па эфектыўным рашэнні ускладзеных на ведамствы задач. Працягваем выпуск. Сёння ў Гомелі прайшло пасяджэнне камісіі парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі па законадаўстве і рэгламенце. Парламентарыі абмеркавалі актуальныя праблемы, якія з'яўляюцца бар'ерам на шляху гандлёва-эканамічнай інтэграцыі. Таксама на парадку дня пытанні забеспячэння роўных правоў грамадзян абедзвюх краін і стварэння маладзёжнай палаты пры парламенцкім сходзе. Дмітрый Котаў працягне. Бар'еру на шляху гандлёва-эканамічнай інтэграцыі абедзвюх краін пакуль хапае. І аб іх на пасяджэнні кажуць адкрыта. Сярод найбольш актуальных задач – стварэння умоў для добрасумленнай канкурэнцыі. У Беларусі і Расіі розныя падыходы да доступу суб'ектаў гаспадарання на рынак дзяржзаказу, субсідзіравання і прадастаўлення льгот. Нярэдкія выпадкі, калі льготная палітыка ў дачыненні да айчынных прадпрыемстваў перашкаджае суперніцтву з арганізацыямі краіны-суседкі. Тым прыходзіцца зніжаць адпускныя цэны, што эканамічна невыгадна. Сегодня у нас есть различные подходы в законодательстве двух государств вообще по институтам. Вот, допустим, в Российской Федерации есть целый институт территории опережающего развития. Это льготный, да, определенный режим предоставляется для этих территорий. У нас нет в Республике Беларусь такого института. У нас есть зоны свободного экономического развития, где свой льготный режим идет для субъектов хозяйствования. И, конечно, здесь есть проблемы. Здесь нужно тоже выравнивать вот эти два института для наших же субъектов хозяйствования. Асобная тэма – прыгранічнае супрацоўніцтва. Рост рэгіянальных паказчыкаў эканамічных зносінаў сёння вышэйшы за агульнадзяржаўныя. Напрыклад, Смаленская вобласць мае таварааборот з нашай краінай у 1,5 мільярда долараў, і гэта далёка не мяжа. Аднак практычна кожны з запрошаных на пасяджэнне прадстаўнікоў рэгіёнаў Беларусі і Расіі азначае такую праблему. Немагчыма ў якасці асобных суб'ектаў быць заказчыкам праграм саюзнай дзяржавы. Тым часам гэта паскорыла б інтэграцыю ў сферы гандлёва-эканамічных зносінаў. Прапановы будуць у хуткім часе прапрацоўвацца, і вынікі абмяркуюць у верасні на 5-м форуме рэгіёнаў у Магілёве. Практыка работы к суб'ектах прыгранічных тэрыторый, будь то Магілёв, Брянск, Гомель, Псков. Действительно, мы идем от жизни, от конкретных проблем, где главы субъектов выговаривают о том, что их беспокоит, и пытаемся это трансформировать в законодательные инициативы. У працяг тэмы роўных правоў суб'ектаў гаспадарання, роўныя правы і простых людзей. Гэта тычыцца ў першую чаргу аднолькавага доступу для грамадзян абедзвюх краін да адукацыі і медыцыны. Сегодня мы не можем констатировать, что решены все проблемы в обеспечении равных прав граждан Беларуси и России.
И поэтому мы подготовили такой итоговый документ по всем сферам в виде рекомендаций. Мы подготовили. И результатом этих рекомендаций будет то, что они направляются в Совмин союзного государства и в Постком. Так само парламентары обмерковали створение молодежной палаты при парламентском сходе Союза Беларуси и России. Идея была подтримана у червня минулого года на 52-й сессии. У состава войдут по 20 громадян с каждой краины. Их работа распочнется уже в ближайшие месяцы. Сроки у нас достаточно ограничены. К апрелю месяцу должны быть делегированы представители уже в молодежную палату, потому что на апрель месяц запланировано проведение уже первого заседания молодежной палаты. К маю месяцу какие-то решения молодежной палаты будут уже выноситься на заседание самого парламентского собрания. Молодежный парламент вообще не надо ограничивать ни в каких темах абсолютно, потому что у нас такая практика в России уже существует. У нас существует молодежный парламент, который мы сегодня, их представители, будем делегировать уже в нашу, скажем так, реальность сегодняшнего союзного государства. И я уверен, что молодежь абсолютно ограничить не надо. Они у нас очень умные, очень коммуникабельные. И я уверен, что они предложат максимально большое количество решений вопросов, которые заводят нас порой в тупик. Сегодня у Гомеля парламентары ушановали память загинувших у Великой Отечественной войне и усклали кветки до вечного огню. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у Беларуси распачалося датерміновое голосование по выборах депутатов мясцовых советов. И оно будет проходить по субботу уключно с 10 до 19 годин и перапынком с 14 до 16. Олег Сенцеров наведал несколько участков у областном центре. Для проведения датерміновое голосование у Гомельской области открыты 981 участок. И еще 41 у медицинских установок, санаториях и войсковых частях будет працевать только 18 лютого. Участок номер 32 неофициально называют молодежным. Практично половина выборщиков тут студенты. Недзе за 15 хвилин до початку голосования все члены комиссии проходят опошний инструктаж и ставят свои подписи на выборчих бюллетенях, иначе они не будут лечиться соправдными. Еще про несколько хвилин члены комиссии и назиральники запрошаются для опечатывания урны для детерминового голосования. Теперь ее ускрыют только в неделю после завершения выборов по час подлику голосов. Ровно в 10 хвилин на участок заходят первые выборщики. В основном это студенты, у которых в этот час нема занятков. У Белорусском державном университете транспорта участок для голосования разместили у сопроводы историчном будинку. С 1898 года тут находилась мужчинская гимназия. Некогда, вот про это помешкание, гимназисты шли на занятки. Сегодня сюда пришли сучасные студенты, как выбрать своего депутата. Такая вот историчная сувязь часу. На этом участке выборщикам необходимо набрать одного из четырех кандидатов в областный совет и одного из двух в городский. Во час агитационной кампании, якая, до речи, будет протягиваться до 17 лютого уключно, некоторые из претендентов отдают перевагу особистым встречам, некто робит ставку на пикеты, а лишь мат и таких, кто обмежуется распространением листовок. Пятикурсник Белорусского державного университета транспорта Андрей Марчук свой выбор зарабил миновито после ознайомления с информационными материалами. Недавно Андрей отримал попереднее размеркование у Минское отделение белорусских чыгунки и, вероятно, на Гомельщине не застанется. Але лечить, что удел у выборах депутатов мясцовых советов необходимо принимать обовязково, уречься ему в этом громадстве жить и працевать. До речи, свои будущие перспективы выпускник ВНУ оценивая оптимистично. Ты же должен проявить себя как гражданин, в конце концов. Ну, ты же как бы живешь в этой стране, от тебя же зависит то, как ты живешь. Ну вот, это основной способ, как можно повлиять на свою жизнь. У списке выборщиков на Гомельщине включены 1 миллион 98 тысяч человек. Участок для голосования номер 10 размещены у клубе завода пусковых руховиков. Выборщики со стажем кажут, что миновито в этом помешкании они заполняют бюллетени, напевно, уже не одно десятилетие. У речи тут не просто зручно, а и у певной ступени познавально. Мозаичное панно, якому, напевно, уже около 50 годов, и якое заховалось до этого часу, нагадывая выборщикам об истории не только предприятия, а и в уголе города. До речи, выборы на этом участке за все вызначались массовостью и организованностью. Достаточно активная здесь у нас явка, связана в первую очередь с тем, что на территории нашего участка есть 3 общежития рабочих. Как правило, это не местные жители, поэтому они на выходные уезжают, пытаются проголосовать досрочно. Вот. Ну и жители ближайших домов в нашем районе, они
также достаточно активны в связи с тем, что это бывшие работники и нашего предприятия, и других промышленных предприятий. А как известно, промышленные предприятия всегда проявляют высокую активность при проведении выборов различных уровней. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Больше як 70% сельских населенных пунктов Гомельской области подпадае под дзеянне указу номер 345 об развитии гандлю. Нагадаем, документ уступил у силу у студені. Якія перамены уже отбываются у сферах громадского харчавання, гандлю и бытового обслуговывания, доведалася Татьяна Болгова. У відповідності з нормами указу номер 345 у кожному регіоні Білорусі рішеннями обласних уладов була визначена кількість сільських населених пунктів, які підпадають під його діяння. На Гомельщині їх 1607. А це значить, що предпринимальники і юридичні особи, які працюють чи планують вести свою діяльність на цих територіях, можуть користатися певними льготами і преференціями. Це освобождення від уплати НДС, вичет НДС йде. Также это для индивидуальных предпринимателей ставка по доходу налога, которая составляет 6%. Также освобождение от налога на недвижимость. Ну и, наверное, основные, которые наиболее интересными являются для наших юридических лиц, которые образованы, представляют собой сетевые организации торговли. Это освобождение от ограничения в виде 20% по доле реализации продовольственных товаров на территории определенной административно-территориальной единицы. У приватності буйные гандльові об'єкти, які мають цілу сітку магазинів і увогулі юридичні особи на території сільської місцевості, можуть відкривати стаціонарні об'єкти, а так само ажитявляти діяльність автокрам. Так, наприклад, маршрут будучого міні-маркета на колесах зараз розпрацьовує керівництво магазина у Гомельському районі. До речі, йон діяльничає уже 10 годів і відкривався як об'єкт придорожного сервісу. У нас були свої преференції льготні. Кредиты. Сейчас в новом году вышел новый закон. Мы тоже стараемся настроиться на новую волну и поставить автолавку. И сейчас думаем об этом проекте. Зараз серед тих, хто активно веде діяльність по організації автокрам – суб'єкти Гомельського району. Остатні покуль проявляють тільки зацікавленість. Уся необхідна інформація по нормах указу номер 345 розміщена на сайтах райвиконкамов. Так само представники бізнесу можуть звертатися з питаннями до спеціалістів у сфері гандлю і послуг. Тетяна Болгова, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель». У регіоні працягують поляпшати якість медицинських послуг. У Мазирській городській больниці відкрився новий рентген-кабінет. Більше як 200 тисяч білоруських рублів на набуття нового обсталювання вилучило обласне управління охови здоров'я. Апарати, до речі, айчинної витворчості. Одним із перших у новому кабінеті побували наші мазирські колеги. Свинцовые стены, подлога и столь. На окнах специальные жалюзи. Усё строго по правилах. У городской больницы открылся новый рентген-кабинет. Рентгенологичное доследование – одна из самых запотребованных медицинских послуг. Только у Мазырской городской больницы их проводится больше, як за 50 тысяч за год. Новое обсталявание дозволит еще повеличить их колькость и якость. Частку сродка у приватности на проект на кашторисную документацию мазырские медики зарабили дякуючи оказанию платных медицинских послуг. Основную сумму – амаль 230 тысяч белорусских рублей на набытие обсталявания вылучило областное управление. Аппараты, до речи, айчинной вытворчести. Аппарат цифровой, малодозовый, то есть нагрузка на пациентов будет значительно снижена, ну и улучшит, наверное, обследование как пациентов стационара, потому что основная масса пациентов шла через приемное отделение, значит, разгрузится кабинет приемного отделения, который, в принципе, то работает круглосуточно и обслуживает весь Полесский куст. Еще одна из перевах компьютера врача-рентгенолога связана с сеткой с усими ординаторскими. Так что теперь за сдымками ходить не треба. Один клик и сдымок на экране монитора у доктора любого отделения. Все лето у больницы планируют так само набыть сучасное обсталявание для кардиологичного отделения. Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мазыр». Специально для телерадиокомпании «Гомель».
Жадаючых працаваць у галінах прамысловасці і гандлю, транспартнай сферы і грамадскім харчаванні чакаюць заўтра на гарадскім кірмашы вакансіі. Вакансіі прапануюць прадпрыемствы абласнога цэнтра. Кірмаш пройдзе з 10 до 12 гадзін ва ўпраўленні па працы, занятасці і сацыяльнай абароне гомельскага гарвыканкама па вуліцы Пралетарскай 18. Жадаючыя змогуць атрымаць таксама кансультацыі па пытанні адкрыцця ўласнай справы. Про дзейнасць абласной арганізацыі Беларускага саюза ветэранаў вайны ў Афганістане пойдзе размова заўтра ў праграме «Дыялог». Гостем студыі стане старшыня арганізацыі Міхаіл Жукевіч. Глядзіце «Дыялог» у прамым эфіры на тэлеканале «Беларусь-4» у 19:20. Нумар телефона ў студыі 34-00-43. Пытанне можна накіраваць таксама ў «Вайбер». Далучайцеся. Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomil.by. Далей у эфіры «Дэ-факта» і спартыўны агляд. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфір телеканала «Беларусь-4» продолжае «Дэ-факта» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте! Трассы стали чище, но на них не стало спокойнее. За прошедшие сутки на дорогах Гомельской области зарегистрировано несколько дорожно-транспортных происшествий. Два грузовика опрокинулись на трассе Р-82 в Светлогорском районе. В кювете оказались автомобили МАЗ и ДАФ. ДТП произошло неподалеку от населенного пункта Еланы. МАЗ двигался в жесткой сцепке с ДАФ. Буксируемый грузовик был неисправен. Его пытались доставить в Витебскую область из России. В результате дорожно-транспортного происшествия оба автомобиля получили механические повреждения. 1986 года рождения, управляя автомобилем МАЗ и буксируя на жесткой сцепке автомобиль ДАФ, не учел погодные условия, неправильно выбрал скорость движения, на закругление дороги съехал на правую по ходу движения обочина, затем в кювет, где автомобили опрокинулись. А под Калинковичами в результате заноса на трассе госпитализация понадобилась 30-летней женщине. Она не справилась с управлением своего автомобиля Рено Меган на скользкой дороге. В итоге ее машину снесло в кювет прямо на дерево. Женщина-водитель получила телесное повреждение, с которым было доставлено учреждение здравоохранения. Когда сосед на вес золота. Следующий случай – пример героизма в отношении между односельчанами. Накануне в деревне Выношевка Кармянского района сосед спас мужчину из горящего дома. Еще до приезда спасателей, увидев пожар, он бросился внутрь пылающего строения. Увидел там спящего хозяина и на руках вынес его на свежий воздух. Очнувшись на улице, пострадавший не сразу понял, что благодаря соседу чудом спасся на пожаре. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. У жителя Мозыря изъяли на свайны $14 000. Со слов правонарушителя, он привез его из России для личного пользования. Впрочем, пограничники в такую версию не поверили. И вместе с сотрудниками наркоконтроля изъяли крупную партию некурительного табака. Ее вес составил 300 килограммов. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Футбольный клуб «Гомель», проводящий сейчас учебно-тренировочный сбор на Кипре, сыграл очередной спарринг. Соперником зелено-белых был волгоградский «Ротор». К перерыву гомельчане отправили в ворота российской команды 3 гола. Сначала Шрамченко удачно сыграл на добивании. После Канате замкнул фланговый навес партнера. На последней минуте зелено-белым удался розыгрыш углового. Капор головой перевел мяч в ворота российской команды. К 67-й минуте «Ротор» вплотную подобрался к сопернику в счете. Успех принесли стандарты, пенальти и штрафной. За 3 минуты до окончания основного времени матча «Ротор» сумел уйти от поражения. 3-3. По информации пресс-службы футбольного клуба «Гомель», следующий спарринг «Зелено-белые» проведут 15 февраля. Команде Вячеслава Геращенко предстоит игра против польского клуба «Рух». Воспитанницы Гомельского областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта победили в первом туре республиканской спартакиады детско-юношеских спортивных школ по гандболу. Среди девушек 2002-2003 годов рождения турнир проходил в Могилеве. В Гомельском дворце игровых видов спорта в эти дни проходит аналогичный турнир в той же возрастной категории, но среди юношей. За награды первого тура республиканской спартакиады спорят 14 команд. 5 из них представляют Гомельскую область.
Две дружины выставил ГОЦОР по игровым видам спорта. По одной гомельская издюшор 10, рогачевская издюшор номер 2 и жлобинский ЦОР. Сначала групповой этап. Команды проведут по 6 матчей, после стыковые поединки. Решающие игры состоятся 16 февраля. Это ребята, на которых уже обращают внимание профессиональные гандбольные клубы. То есть уже сегодня многие из них заявляют о себе и решается их судьба, быть профессиональными гандболистами или не быть. Есть очень интересные ребята. Вот, я думаю, что наш гандбол пополнится талантами. Отличились на республиканской арене воспитанники гомельской издюшор номер 4. Наши спортсмены не остались без наград республиканской спартакиады детских спортшкол по прыжкам на акробатической дорожке. В командном первенстве у юношей первое место, у девушек второе. В личных соревнованиях гомельчане заняли весь пьедестал почета. Победил Дмитрий Новоселов. У девушек только одна медаль, но самой высшей пробы золота выиграла Елизавета Куколева. Спартакиада проходила в Гомеле. Гомельские грации собрали неплохой медальный урожай на первенстве Беларуси по художественной гимнастике. Команда 2003-2005 годов рождения стала лучшей в групповых упражнениях с булавами. Девочки 2006-2007 годов рождения завоевали бронзу в групповых упражнениях с 5 обручами. В личном первенстве Дарья Веренич трижды стала второй в многоборье в упражнениях с обручем и с мячом. Батутист Даниил Волынцев выиграл золото открытых республиканских соревнований, которые проходили в Витебске. Гомельчанин показал лучший результат среди атлетов 2002-2003 годов рождения. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».